Вот и подходит к завершению 2020 год. Он для каждого из нас был особенным, сложным. И пусть все плохое остается в уходящем году. А в 2021 году желаю стабильности во всех сферах жизни. Желаю, чтобы в жизни каждого ульяновца произошло то самое чудо, о котором мы мечтаем, которое для каждого из нас самое желанное, самое. И пусть в каждой ульяновской семье царит покой, благополучие, взаимопонимание между поколениями. И пусть всегда каждый день будет наполнен радостью, успехов, удачи. С наступающим, с Новым годом!